Всем привет! Сегодня буду готовить нутеллу по-домашнему, без муки, молока, и ее совсем не нужно варить. Конечно, это не магазинная нутелла, но получается очень вкусно. Чем-то напоминает вкус конфет труфалье, и ты знаешь, из чего это сделано. Предварительно я обжарила фундук 150 грамм в духовке, разогретой до 180 градусов. Обжаривался он 15 минут, каждые 5 минут фундук надо помешивать. Потом его остудить и убрать кожуру, она отлично снимается без затруднений. 150 грамм фундука надо измельчить, я это сделала в ступке, можно в блендере. К фундуку добавляем 100 грамм сливочного масла комнатной температуры. Растапливать его не надо, просто заранее вытащить масло. Добавляем одну банку сгущенки 370 грамм и 3-4 столовых ложки какао по вкусу. Все хорошенечко перемешиваем. Из этого количества продуктов получается 480-500 грамм шоколадной пасты или нутеллы по-домашнему. Вот так она выглядит. Намазываем на свежий батон или булочку и кушаем. Люблю такую пасту за ее простоту. Все смешала и готово. Просто и быстро. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Жду ваши комментарии, для меня они очень важны. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Делитесь видео со своими друзьями. Желаю всем приятного чаепития, будьте здоровы и до скорых встреч!